Москва примет ответные меры в связи с выдворением нашего дипломата с Украины. Так в российском МИДе прокомментировали новость о высылке исполняющего обязанности генконсула России в Одессе. Москва расценивает действия Киева как очередной недружественный шаг, направленный на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях. Ранее стало известно, что российский дипломат объявлен в соседней стране персоной нон-грата на основании материалов СБУ, согласно которым он якобы занимался деятельностью, несовместимой со служебными обязанностями. Добавлю, он генконсула покинул территорию Украины после вручения ноты соответствующим требованиям.